привет! Этот выпуск будет посвящен воркауту. Вы узнаете все о позе и преимуществах уличного фитнеса. Спорт – это не только средство оздоровления организма, это еще и вид досуга и развлечения. Занятия уличным фитнесом способствуют здоровому образу жизни, а также общению и саморазвитию. Воркаут с английского – тренировка. Это разновидность физкультурных занятий, при которых все упражнения выполняются преимущественно на уличных конструкциях, таких как турники, брусья, рукоходы, горизонтальные и вертикальные лестницы, вкопанные колеса, лавки, либо используя лишь вес собственного тела. Основной акцент делается на развитии силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким видом занятий, называют себя по-разному. Уличные спортсмены или гимнасты, турникмены, но чаще просто воркаутеры. Не совсем правильно будет называть воркаут видом спорта, ведь официально он таковым не признан ни в одной из стран мира, хотя по воркауту устраиваются даже международные чемпионаты. Откуда взялось название воркаут? Воркаут пришел к нам из Америки. В начале 2000-х годов обмен информацией, в том числе и видео, стал доступнее благодаря интернету. В это время начали появляться видеоролики, на которых афроамериканцы выполняли различные трюки на турниках и на земле. Многие из этих видеотренировок назывались гетто. Это связано с тем, что большинство афроамериканских любителей занятий на свежем воздухе проживали в бедных районах, именуемых гетто. А другая часть видео подписывалась как стрит воркаут. Именно это название стало более известным и часто употребляемым сейчас. В наши дни у этого увлечения появляется все больше последователей и в других странах. В России, Украине, Польше, Казахстане и, конечно, в Белоруссии. На увлечение молодежи воркаутом обратили внимание власти многих городов и начали активно строить специальные площадки со всеми необходимыми спортивными снарядами для занятий уличной гимнастикой. Несмотря на растущую популярность этих занятий, такие площадки есть не везде. Среди стран, в которых открывается все больше специально оборудованных площадок – Германия, Франция, Португалия, Польша. В 2016 году первая площадка для воркаута появилась и в Турции. Спортивная площадка – одно из средств приобщения молодежи к здоровому образу жизни и спорту. Турники и брусья начали устанавливаться во дворах и при школьных территориях еще во времена Советского Союза. Многие ребята заинтересовались и начали активно заниматься на этих спортплощадках. Это способствовало укреплению здоровья и физическому развитию подрастающего поколения. Первая воркаут-площадка была построена в августе 2016 года. Также открытие площадки проводила Федерация воркаут в 2017 году. Занимаемся мы на третьей школе, на стадионе третьей школы. В дальнейшем планируется в конце города поставить еще одну площадку, планирует поставить ее Федерация. Площадка будет поставлена преимущественно в конце города, где-то в районе Октябрьской, Молодежной. Участвуете ли вы в каких-то соревнованиях, как они называются, и успехи, которых вы добились? Да, конечно, участвуем. Существуют различные чемпионаты, различные турниры, соревнования. Мы участвовали в турнире в городе Осиповичи. Также мы заняли там призовые места, то есть третье, вторые места мы позанимали по фристайлу. Также мы ездили на чемпионат республики 26 декабря прошлого года. Мы попали туда в полуфинал, прошли как лучшие. Затем мы участвовали у нас в городе неоднократно, организовали и участвовали на наших турнирах, соревнованиях, также занимали призовые места. Соревнования по воркауту проходят в городе Солигорске на стадионе третьей школы. Мы приглашаем всех на различные соревнования, на тренировки. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Когда же у нас в Солигорске образовалась группа по воркауту? Команда по воркауту образовалась в 2016 году. Мы с другом решили создать команду, так как начали заниматься спортом, а именно на турниках. Также мы начали звать друзей, подруг. На данный момент у нас в команде начисляется около 10-12 человек, которые активно занимаются вместе с нами, ездят на различные выступления, турниры, соревнования, достигают неких высот в этом виде спорта. Воркаут доступен практически для каждого человека. Это занятие имеет много полезных свойств и ряд преимуществ. Уличные спортсмены приобретают высокие физические показатели и рельефы фигуры без такой нагрузки на сердечно-сосудистую систему, которую можно по неопытности получить при тренировках с отягощениями в тренажерном зале. Большинство поклонников воркаута присоединяются к этим занятиям, общаясь со своими друзьями, которые ведут спортивный образ жизни. О преимуществах воркаута нам расскажет Саша. В первую очередь, это, конечно, бесплатность, то, что деньги тратятся по своему желанию на некий инвентарь.
доступность, заниматься можно везде, даже дома. Это юный спорт, в котором можно достичь высоких результатов. И зрелищность, воркаут – это красивый спорт. Чтобы вступить в команду, много так не надо. Желание заниматься, улучшить себя, стремиться к чему-то, не пить, не курить, вести здоровый образ жизни. Физическая подготовка любая, возраст от 14 лет. Классификация воркаута включает два основных направления. Стрит-воркаут – разновидность, при которой выполняются разнообразные элементы и трюки, которые со временем усложняются и доводятся до совершенства. И гетто-воркаут – направление воркаута, при котором упор делается на тренировку силовых показателей, то есть увеличение числа повторов в отдельных упражнениях или времени выполнения статических упражнений. Мы вместе с ребятами и девушками занимаемся воркаутом. Что такое воркаут? Воркаут – это любительский вид спорта, который относится к физической субкультуре. Воркаутом может заниматься абсолютно любой человек, как и подросток, так и взрослый человек, ребенок. Все люди могут заниматься воркаутом. Преимущество этого спорта в том, что он бесплатный. Также на свежем воздухе, то есть любому человеку будет полезно. Заниматься нужно, само собой, с инструкторами или же с теми людьми, кто владеет некими навыками воркаута. Потому что этот спорт не только красивый, но также он травмоопасный. Дети могут повредиться зимой, взрослые могут покалечиться, так что нужно быть аккуратными. Воркаут развивает еще и ум, а также выносливость, силу, волю, словом, все те качества, которыми должен обладать мотивированный на личностный рост и физическое совершенствование спортсмен. Занятие воркаутом подразумевает возможность тренировок в любых условиях и месте, и при любой погоде. Чаще всего ребята, занимающиеся на спортивных площадках, не относят себя к определенному стилю воркаута. Они просто занимаются для здоровья. Им интересно разучивать разные элементы и работать над силовыми показателями. Сложно дать краткое и четкое определение, что такое воркаут. Не существует его единой классификации. Доступность и внушительные результаты, которых достигают люди, посвятившие себя этому занятию, делают уличный фитнес все более популярным. Итак, подведем итоги. Тренировки воркаут имеют некоторые преимущества перед силовыми занятиями с отягощениями, ведь сердце не подвергается чрезмерной нагрузке. Турник или брусья может позволить себе купить любой человек. Заниматься можно во дворе или на специально обустроенных площадках города, что вообще не требует финансовых вложений. Существует ряд упражнений, для выполнения которых не требуется наличие каких-либо снарядов. Тренировки нужно начинать с базовых упражнений – подтягивания, отжимания на брусьях и от пола, упражнения на пресс с подъемом туловища и ног. А сложные элементы и трюки нарабатываются с опытом после того, как будут довольно хорошо развиты мышцы. Элемент 540 градусов. Элемент 360 градусов. Лач гейнер. Горизонтальный вис. Флажок. Наша команда активно сотрудничает с БРСМ, а также Молодежной Федерацией воркаута. Я хотел бы поблагодарить Александра Сергиенко и Артема Вожжи, лидера федерации, за финансовую помощь, также за различные турниры, соревнования, которые они устраивают. В дальнейшем в планах федерации будет проводиться различные флешмобы. Пример тому, на День здоровья, на Всемирный день здоровья будет проводиться флешмоб. В каждом городе определенное количество людей выстроится в некую букву. И так в 40 городах республики получится какое-то предложение. А какое предложение, мы узнаем на Всемирный день здоровья. Также, еще приведу пример, личный пример называется флешмоб. Это когда чемпионы мира, чемпионы республики будут приезжать к нам в республику, проводить бесплатные тренировки, мастер-классы, лекции, тренинги и тому подобное. И это все совершенно бесплатно. Ребята, расскажите, что мотивирует вас заниматься? Нас мотивирует заниматься то, что мы продвигаем этот спорт по всей республике. Мы продвигаем этот спорт вообще везде, где возможно. Также мы развиваем молодежь. Нам важно, чтобы наша молодежь не пила, не курила, вела здоровый образ жизни, занималась спортом, развивалась и становилась лучше. Для меня этот спорт дает красивую фигуру, здоровое тело и укрепляет моральный дух. Я же хочу добиться высоких результатов, побольше призовых мест и попасть на Олимпийские игры. Супер! Ребят, я желаю вам всем успеха, всего самого хорошего и побольше людей в вашу команду. Спасибо большое! Приобщайтесь к здоровому образу жизни и выбирайте спорт себе по душе.
Смотрите, будь в форме!